Для изготовления платформы используются листы с чечевичным рифлением, изготовленные согласно ГОСТу из стали марки 3СП, аналога стали С-235 по классификации Европейского Союза. Толщина основного листа 8 мм вместе без рифления и 10 мм вместе с рифлением. Толщина листа аппарели 12 и 14 мм соответственно. Для придания дополнительной прочности подъемная часть и аппарель усиливаются продольными ребрами жесткости. Подобное решение позволяет платформе выдерживать динамическую нагрузку до 6 тонн.